кто-нибудь подумает, что я, короче, засплайсил раунд. Там, в тех местах, где я резетую чекпоинт. Можно и воду упасть, да, он умрет. Ну там ничего интересного, в принципе, не произойдет. Просто бульк. Single segment. Но если я так напишу, то это точно правда. Никто не посмеет усомниться. Забыл, надо было еще ковер показать. Анимацию смерти с ковра. Если не открыть решетку. Хотя там не очень зрелищно, просто лужа появляется. Блять. Палевна, похилились.
Кстати, вот это место никто так не делает. Там дерутся в последней комнате с тремя бошками. Вот в этой. Так, ну давай. Попытка номер 3. Есть. Поехали! Скип работай. Nice. Фух.
сколько сейвит, где медузы, 10 секунд где-то. Вот тут, кстати, единственное место, где я нашел применение своему супер-мега-гличу, который позволяет проходить сквозь стены, но это сейвит 1,8 секунды, и это просто inconsistent. Если ты зафейлишь, то ты пройдешь кучу времени. Поэтому я решил не делать. Ну да, но только он часто не получается. И вместо того, чтобы тпшнуться за дверь, ты просто разворачиваешься с обратной стороны двери. И потом назад уже это не засетапить быстро. Чекпоинт! Сейчас, если получится, то мы застакаем город, да? Там так выглядит, как будто у него дверь, меч застрял в двери. Но это не всегда получается. Вот, блядь, там можно выкрыть, но... Да, не получилось. Да блять! Иди нахуй, падай! Спасибо. Вот этот мудак тоже рандомный. Плитка падает, конечно, на кнопку, которая в самом низу, которая открывает эту дверь. Найс. Тут такой сетапчик. Следующий левел — это просто лучший левел в игре, который мы просто нахуй сломаем. Но там пару моментов, которые могут просто из-за рандома пробовать.
кто-то должен встать на эту кнопку, поддержать ее для меня. И есть, он встал. Иначе на эту дверь мы не успеваем. Так, и теперь еще один рандомный скип. Давай. Yes. Nice. Ой, я забыл, на что нужно прыгать. Найс! Мужчина, подвиньтесь, пожалуйста. Спасибо. Вот тут мы должны умереть, из нас уходит тень и берет это пламя, но... Я не хочу умирать. Короче, там просто триггер, и достаточно туда прыгнуть и обратно, и... Выход открыт. Иди нахуй! Иди нахуй! Yes. Так. Я это потом объясню. Зафейлил маленько. Изи! Все. Изи гейм. Блять, это почти на 2 минуты. Нормально. Destroyed. With the sorcerer's death, his spell was shattered. The princess looked upon the prince and saw once again the man she loved.